more carrots. Don't tear it. Ну что, всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Катя, если вы здесь впервые, я снимаю разного сорта видео, влоги, анбоксинги, бьюти-боксы, Sephora, Asos, корейские, китайские сайты, все что угодно, поэтому если вас интересует такой род контент, бьюти, лайфстайл, анбоксинги, пожалуйста, не забудьте подписаться, оцените это видео, досмотрев его до конца, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки, я загружаю почти каждый день, от 3 до 7 раз в неделю. Итак, друзья, я вам говорила, что этот год начинается очень-очень хорошо, и у меня для вас новость. Нам прислали посылку на обзор и посылку от сайта YesStyle. Представляете, это же вообще, я знаю, что там находится, но будем мы с вами ее открывать вместе, все будем смотреть, будем щупать, тут должна быть одежда, аксессуары, мейкап, вот, будем смотреть, пробовать, я для вас все померю. И ни в коем случае, как бы, я не буду нахваливать, если это будет плохое качество, то есть даже если я за эту посылку не платила, она мне пришла бесплатно, да, на обзор нам с вами, то всегда у меня объективное мнение, и как бы я никогда вам не вру и плохого советовать не буду, вот. Так что вот, вот так вот все это, посылка, ну она как бы такая вот маленькая, небольшая, думала, как это могло все туда поместиться, но давайте, короче, открывать и удивляться. Я надеюсь, вы за меня рады, порадуйтесь за меня, пожалуйста, потому что это, ну, просто такая прям новость великолепная была, я, ну, очень-очень рада тому, что, может быть, может быть, это не последний раз, когда нам что-нибудь на обзор посылают, да ведь? Вот. Я вам уже говорила, друзья, что на YesStyle я покупаю с... Короче, 10 лет уже. Вот в этом, вот как раз в январе или феврале ровно будет 10 лет, как я покупаю на YesStyle. И у меня видео даже было не так давно по этому поводу. Поэтому... Если вы это видео не видели, посмотрите, я там вам подробно рассказываю и показываю там товары для дома, которые я у них заказывала. Вот, я вам еще потом сниму видео, которое я заказывала по бьюти и одежду, которую я тоже у них заказывала. Это еще все будут, вот эти все видео в будущем. Так что оставайтесь в нашей замечательной компании и подписывайтесь, не забывайте. Так, сейчас будем открывать. Я все ссылки на эти товары оставлю под этим видео. Имейте в виду. Вот. Sneak peek. Давайте смотреть. Так. Первое, что я... Ну, они прям упаковали. Молодцы. Первое, что я вытягиваю. Вот так вот это выглядит. И давайте открывать и смотреть. Полностью запаковано. Как здорово, друзья. Это вот такой вот. Сейчас, как интересно. Короче, никакого здесь бренд никакой не нашит. Никакого лейбла нет. Это вот такой вот топ, короче говоря, бежевый такой. И у него вот такая вот интересная шейка. И материал, кстати, вот эти вот такой же рафл, да, то есть это вот на рукавах и внизу точно так же. Пахнет слегка химически, я вам честно скажу, говорю все как есть, без обиняков. Здесь вот такой тег висит, и написано, что этот бренд, я так понимаю, я не знаю, от какого это бренда, по идее написано, что это бренд Whoosh называется, вот. Но, опять же, все ссылки будут под этим видео. В общем, друзья, она выглядит супер-супер маленькой, то есть у меня как бы, ну, здесь вот объем груди большой, вот, поэтому я не уверена, мне кажется, она на меня вообще не полезет, либо если полезет, то будет, ну, как вот на совсем уж в облипку, но я все равно как бы постараюсь померить, но если не полезет, то не полезет, сами понимаете. Но она вот такая вот симпатичная довольно-таки, приятная материал на ощупь. А вот, кстати, внутри вот этот вот тег, и он полностью прикреплен, так что это хорошо. Короче говоря, мне кажется, бренд называется вот так вот. Вот так вот бренд называется. Вот. Вот. Это китайский бренд. Итак, это лот номер один. Вот такая вот кофточка. Так, идем дальше.
Интересно. Дальше. О, супер. Дальше идет украшение, друзья. Смотрите, прелесть какая. Вот. Вот так вот выглядит украшение. Сейчас я открою его, и мы его сразу с вами померим. Это я уже вижу сердечко. Ой, господи, мило. Сердечко, и это в золотом варианте. Там у них есть еще в серебряном. Я поэтому не была уверена, в каком они отправят. Вот, смотрите. Прелестная, да, ведь? И поэтому я как бы никакие украшения сегодня не надела, специально, чтобы мы с вами могли померить и, ну, вернее, надеть сразу, потому что если бы я надела серебро, то, а это было бы золото, то это было бы не в тему. И наоборот, да? Поэтому вот, смотрите, сейчас мы его наденем. По-моему, выглядит очень симпатично, очень такое деликатное и в тему к Дню Святого Валентина. Вот, такая вот замечательная, прелестная. Цепочка, кстати, очень качественная. Вот это мне понравилось, друзья, очень украшение. Вот, смотрите. Видите, оно как бы без всего на этой и на другой стороне. И очень красиво переливается и блестит. Вот я в зеркало вижу, надеюсь, вам тоже видно. Вот, это вообще успех. Мне вот это очень нравится. И насколько я помню, оно очень недорого стоит. Так, идем дальше. Следующий лот. Это вот такой вот прикольный мишка. Сейчас мы его откроем с вами. Это поп-сокет. Это, знаете, на телефон... на телефон такая штучка прикрепляется. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот, смотрите, у меня на телефоне, вот, у меня в качестве, вернее, в виде, как его, черепа, а вот, например, здесь вообще нету, да, и вот вы как бы прикрепляете вот так вот на телефон, и очень удобно. Я без этих штук жить не могу, потому что у меня постоянно как бы, ну, телефон, либо я читаю на нем, и мне надо удобно, чтобы его держать, либо у меня паранойя, что я его постоянно уроню. Я с тех пор, как я стала вот этими пользоваться, я не могу без них вообще обходиться, я просто так телефон не могу держать, вот. Поэтому это очень удобная штука, и еще она удобна в качестве стенда. То есть я когда, например, на обеде, например, читаю на работе, да, или, ну, не читаю, а смотрю, например, шоу какое-нибудь, я его просто как бы ставлю вот так вот на этот стенд, да, мой телефон, и он никуда не скользит, он стоит под разным углом, на который вам удобно. Идеальная штука. Я вот этот вот, смотрите, у меня, вот я вам уже третий телефон показываю, здесь вот такой вот стенд, видите? То есть у меня на каждом телефоне всегда есть вот эта штука. Это вот телефон не мой операторский, поэтому у него тоже была, но он просто чехол снял. Вот, так что вот такая вот прелестная мишка. Хорошенькая такая, да, ведь? Вообще хорошенькая. И такой он прям хороший размер. То есть вы вот этот вот снимаете стикер и просто как бы приклеиваете сзади на телефон, и все. Good to go, как говорится. Вот, поп-сокет, отлично, это супер. И еще такой прелестный, как бы, мишечный. Мимимишечный, да? Так, идем дальше. Вау, какая прелесть, друзья. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите, друзья. Hello Kitty. Ну, кто же не любит Hello Kitty? Это мусс матовый для губ и для щечек. Это в каком-то цвете? О, в цвете номер 2, carrot. Вот, морковка, да? Так, это от бренда Cathy Doll. Да, и давайте сразу его нанесем на губы. Мне очень интересно, он полностью здесь запечатан. Сейчас, секунду, может, мне удастся с этой стороны его открыть. Нет, он полностью запечатан. Сейчас я открою его с помощью ножа канцелярского. Вау, ну слушайте, все идет пока хорошо, да? Я, правда, не уверена, полезет ли на меня эта бежевая кофта, скорее нет, чем да, но тем не менее. Ой, боже, ну какая прелесть! Ну это ли не прелесть, друзья? Посмотрите, Cathy Doll, и вот сзади, как это пишется и как это выглядит. Слушайте, цвет, по-моему, шикарный совершенно. Пахнет сладостями. Сейчас сделаем сводчик. Очень красивый цвет. Очень красивый цвет, смотрите. Все, наносим, наносим срочно. Срочно наносим.
Ого! Пигментация на высоте. Так. Боже, какая красота! Слушайте, мне под мой наряд сейчас очень хорошо, правда? Да, восторг, конечно. Очень красивый цвет. Вот. Ну, что мы думаем? Смотрите, какая красота. Сейчас, секунду, я посмотрю, что это, убедиться надо, что это называется, да, этот бренд называется Kathy Doll, вот, отлично, супер. О, восторг, восторг, друзья, смотрите, очень красиво, я говорю, что вот этот цвет такой вот, как называется, carrot, да, то есть морковный, он очень красиво сочетается с моим вот этим вот синим цветом, то есть как бы, такая тема у нас с вами немножечко морская, да, и вот это украшение, я просто на него любуюсь постоянно, когда смотрю в зеркало. Вот, ну что, идем дальше, отлично. Так, дальше у нас с вами тенюшка, друзья, от бренда Миша. Вы знаете этот бренд, я надеюсь? Это очень крутой корейский бренд. И ой, какая красота, это все три, она такая, вот смотрите, три разных цвета внутри, и все шиммерные. Называется номер 19 Love Charm. А, написано 4 цвета, а я только 3 вижу, почему интересно. А, ну типа, если 4, это все вместе смешивать. Вот, смотрите, вот такая вот, такого вот цвета. Так, давайте открывать, и мы сразу же сейчас используем, как бы нанесем на глаза, я специально ничего не нанесла, очень симпатично выглядит. Я знаю, что Миша, это, кстати, довольно дорогой бренд корейский, но он очень реально классный, его даже у нас здесь ребята, блогеры американские, и, ну, американские я в основном смотрю, все его хвалят очень сильно. Особенно, говорят, у них очень хорошие биби-кремы. Вот. Ой, красота. Так, ну что, смотрим тенюшку поближе. Маленькая, но очень красивая. Вот, смотрите. Видите? Давайте сделаем сводчики. Я сейчас каждую из них отдельно сделаю. Чтобы мы могли с вами посмотреть. Ага, вот. Видите, это о чем я говорю. Корейские тени, они не пигментированы, как правило. Они дают вам, что называется, wash of color. То есть это будет чисто намек на цвет. Вы не ждите от этих теней пигментации так же, как у американских, или так же, как мы привыкли, да, пигментированных теней. Это все будет чисто блеск, как бы топеры больше, да, на глаза. Но, друзья, на самом деле они очень-очень красиво смотрятся. И вот, смотрите, видите, они чисто как бы такие, ну, как блеск просто придают. Я не знаю, видно вам или нет. Короче, давайте смешаем все три. Это так, как я бы их использовала. И давайте я вам покажу, как будет, если все три вместе. Вот, они больше такой, как бы... вот, смотрите, три вместе, вот. Видите? Вот. Такой розовый, больше... Да, розово-оранжевый такой теплый получается. Вот давайте я сейчас все три вместе смешаю и нанесу на веки непосредственно. И посмотрим, что получится. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Ну что, я нанесла, смотрите, вот, смотрите, видите, о чем я говорю, то есть только такой, то есть очень-очень легкий блеск, вот. Надеюсь, вам видно, то есть это как бы идеально на каждый день, и корейцы, они, конечно, предпочитают вот такой вот как бы чисто намек на цвет, и ничего такого сильно яркого они, как бы, как правило, не используют в своем макияже, а для нас это, конечно, не очень привычно, да ведь, но с другой стороны, кто что любит. Тем не менее, очень симпатично смотрится, немножечко, конечно, для меня это слишком такой как бы...
слишком светлый цвет. Я бы, знаете, как это, эти тени использовала скорее? Я бы, например, сделала подложку потемнее и сверху, как топпер, использовала бы вот эти вот Миша тени, просто чтобы блеск придать и сияние, вот. А сами по себе, ну, мне кажется, очень симпатично, например, на лето, если на курорт, например, взять и чисто вот как бы на вечер использовать, почему бы и нет, очень даже симпатично выглядит, вот. Так что вот, это были тени от бренда Миша. Так, идем дальше. Дальше у нас, друзья, вы не поверите, целая сумка. Друзья, давайте смотреть. Вау. Пахнет, конечно, не классно, сразу говорю, но выглядит супер, выглядит супер. Посмотрите, очень мягко, как будто бы кожа, немножечко ниточка торчит. Но ниточку не страшно, мы обрежем. Так. Я думала, если честно, кожа будет грубее, но она на самом деле такая прям мягкая-мягкая, хорошая. Так, что у нас здесь? Какой-то серийный номер. И внутри вот такая вот, как ее называют? Ну, короче говоря, strap, что называется, да? То есть ручка, господи. Короче говоря, вы ее можете контролировать по длине. То есть делать ее короче и длиннее. Я предпочитаю, кстати говоря, носить сумки crossbody, то есть как это называется, crossbody, короче, наискосок, и поэтому я бы хотела ее сделать, как, я не знаю, сейчас не могу разобраться, короче говоря, вот такая вот сумочка, очень-очень симпатичная, на самом деле, единственное, что, конечно, запах, но я думаю, что это выветрится, да, ведь? Внутри абсолютно никаких нет отделений, но внутри даже идет, как бы она полностью идет из кожзама. Смотрите, абсолютно полностью. Это идеально на самом деле. Это значит, что она не будет пачкаться, так как вот обычно бывает тканевая, да, внутри прослойки. Супер. То есть она вот так вот, вы ее выравниваете, и она довольно-таки, смотрите, вместительная получается. Вот. Слушайте, симпатичная сумочка, да ведь? Вообще такая классическая, мне кажется, она ко всему абсолютно подойдет. Я не знаю даже, есть ли у меня что-то такое, но вот конкретно такого размера, во-первых, замечательный, по-моему, идеально, да? Туда вот, например, и телефон войдет, мне кажется, еще. Сейчас, секунду. Да, идеально входит телефон и все, что нужно, вот. Обязательно я все это померю и покажу вам, как это выглядит, как бы на мне непосредственно, вот. А тем временем помада, кстати говоря, застывает все больше и больше, как бы в матовый финиш, но она комфортная на губах, то есть она не сушит ничего. Так что вот, идем дальше. Это была такая сумочка. Шапка, друзья. Шапка, это практически такого же цвета. Нет, вот это потемнее. Ну, кстати, вот вместе их надеть вообще замечательно получится. Слушайте, а это вообще-то будет классный аутфит, я сейчас подумала. Если все вместе надеть, как думаете? Так, вот такая вот шапочка. Так, я, сами знаете, шапочки не очень сильно большой поклонник, но померю обязательно. Опять вот этот запах, конечно, запах, друзья, напишите, кто на китайских сайтах покупает одежду, тоже вам приходит вот с таким запахом или когда как? Мне очень интересно. В общем, вот такая шапка, я ее померю, сейчас я не могу померить, потому что у меня прическа красивая, чуть позже померю, она очень-очень мягкого такого материала, ну, это, понятное дело, какой-нибудь акрил наверняка, вот, но вообще цвет хороший, так что вот такая вот шапочка, бини, да? Так, и последнее, что нам пришло в этой посылке, сейчас я проверю, чтобы все пришло, да, это, друзья, ой, какая прелесть, посмотрите! Вы смотрите, какая прелесть. Упаковка, конечно, бомба. Это платье в цвете кофе. Я обожаю кофе, поэтому давайте смотреть. Это тоже китайское платье.
На Естал, на самом деле, очень много продается корейских, корейской одежды. И вот у меня, которые вот оттуда я заказывала, я вам покажу потом, корейские всякие вещи у меня есть. Ну и китайские тоже пару есть. Слушайте. О, прикольно. Смотрите, какой интересный у них этот логотип. Вот так вот. А, это девочка в маске, что ли? Я что-то не поняла сначала. Смотрите, девочка в маске, да? Ничего, они быстро сориентировались. Так, так. О, цвет красивый, друзья. Смотрите. Вот это уже мой размер. Нет, ну это, смотрите, но это на многих полезет, да? Это вот такой вот. Он, это как сарафан, да, я так понимаю? Как сарафан. Угу. Смотрите, как вот пишется вот этот вот бренд по-китайски Кихуан. Так его прочитаем. Слушайте, подождите, сейчас, секунду, я посмотрю, как он тут застегивается. То есть, получается, это перед или это зад получается? Сейчас, секунду. Ага, вот, смотрите, это вот такой вот сарафан, просторный, вместительный. Он, кстати, очень-очень, вот я вам говорю, красивый, во-первых, цвета, во-вторых, он очень-очень мягкого, приятного материала, как ни странно. Он такой, как будто бы под кордюрой сделан, понимаете? И длина хорошая. Так, ни слова по английски нет, поэтому я не знаю, какого это материала, наверное... Сложно сказать. Вот. А сзади, смотрите, какая деталь прикольная сзади. Сзади у него вот здесь вот, вот такой как бы, это не кармашек, а просто вот так вот идет такая деталька, как бы интерес создавать. Вот, смотрите, сзади. Прикиньте. Короче, я знаете, что подумала? Смотрите, это же вообще бомбовский аутфит. Во-первых, он с моей этой даже подходит. Но вообще, посмотрите, друзья, вот этот под низ надеть. Сейчас, давайте смотрим. Если он на меня полезет, да, я постараюсь так, чтобы он на меня полез, так как он очень сильно stretch, то есть он тянется, друзья, тянется. Вот, смотрите, так, дальше я возьму через плечо вот эту сумку, вот сумку, и шапку надену, вот, и у нас будет аутфит. Короче, сейчас я это все для вас пошла мерить, пишите, что вы думаете, мне очень понравилось абсолютно все, ну, минус, конечно, запах, ну, вот от вещей и от сумки, конечно, не очень, ну, а вот эти все вещи, вот эти всякие приколы, они, конечно, ничем не пахнут, вот. Короче, зачет, вот это очень красивое, кстати говоря, украшение, я не думала, что оно мне настолько понравится, оно очень-очень симпатично смотрится, и цепочка очень симпатичная, такая блестящая, да? Вот, короче, друзья, спасибо вам большое за просмотр, порадуйтесь, пожалуйста, за меня, бесплатную посылку получила, первый раз я за что-то не заплатила, вот, а то и так очень, конечно, много денег на все это уходит, но мне нравится этим заниматься, мне нравится создавать контент, мой канал, это мой маленький бейби, да, который растет медленно, но верно, вот, поэтому спасибо вам, друзья, что поддержите меня, за ваши добрые комментарии. И не забудьте подписаться, конечно же, вот, не знаю, пришлют ли они что-то еще нам на обзор, но будем надеяться. А пока будем прощаться тогда, и я еще не решила, как я сделаю примерку, наверное, вот сейчас я вам клип, наверное, ставлю, вот это будет прикольно, да, в конце. Так что не отключайтесь, а мы увидимся с вами совсем скоро, в ближайшем будущем. Всего вам хорошего, пока-пока. Ну что, друзья, смотрите, я нарядилась. Они оказались такие молодцы, и действительно это смотрится как сет, согласитесь. Я неожиданно превратилась в корейскую девочку из русской. Короче, мне очень понравилась вот эта шейка у этого топа. Этот топ мне, конечно, маловат. Но вот смотрите, вот так вот глядя на меня в таком обличье с сарафаном вместе, вы никогда этого не скажете, не поймете, правильно? Вот, поэтому все хорошо выглядит и смотрится. Сарафан шикарный, пожалуйста.
Вот он такой. Сумочку я удлинила до максимума, ремешок. И вот так вот она у меня красиво теперь сидит здесь. Ну и вот это вот ожерелье, конечно, просто невероятно блестит и очень-очень мне нравится. А шапка, мне обычно шапки не идут, а эта шапка очень хорошо, мне кажется. И вот реально у нас здесь много живет корейцев, и они именно так одеваются. Если сейчас я вышла на улицу, все вы корейцы меня за свою приняли. Вот. Короче, надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите, буду ваши комментарии читать. И всего вам хорошего желаю. Пока-пока. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett?